Добрый вечер, наши дорогие телезрители, в эфире «Общественный интерес». Здравствуйте, друзья. Вы смотрите РГВК «Дагестан», и мы рады приветствовать всех наших замечательных, очаровательных, преимущественно юных гостей на нашей площадке. Эльмира, какой сегодня такой замечательный повод, что именно вот такая красота у нас сегодня будет на съемках? Гордость. Угу. Гордость Магомед. Распирает. Распирает за этих молодых людей, потому что буквально недавно мы могли гордиться только спортивными достижениями наших юных, ну или не очень, земляков. А сегодня? Нет, почему? Последние годы, я бы сказал. Тренды немножечко смещаются. Смещаются, да. Друзья, сегодня у нас нереальное количество юных дарований в студии, о которых мы с удовольствием поговорим. И, как я еще иногда говорю, нереальный уровень IQ на квадратный метр. Обратно пропорционально возрасту. У них все впереди, мы надеемся, все у них получится. А название у нас, ну, раз мы говорили о спорте, ни одним спортом мы, как говорится, круты. Поэтому и название такое – «Пьедестал для умных». Общественный интерес. Стартуем. Поехали. Магомед, у нас сегодня в студии, помимо наших замечательных детей, их наставники. Но прежде чем мы с ними поговорим о том, как проходит подготовка этих замечательных ребят, свежая история. Буквально вчера в Махачкалу вернулась Патимат Самедова. С корабля на бал, как говорится, да? Победителя Всероссийской олимпиады по английскому языку. Все верно? Ну, расскажи, каково это было? Тяжело? В этом году было тяжелее, чем в прошлые годы, так как я ездила... То есть ты выступала и... Да, и в 9-м, и в 10-м классе. Появились новые форматы заданий, поэтому они застигли меня немножко врасплох. Но, тем не менее, я рада была вернуться домой с дипломом. То есть собралась? Да. И все сделала как надо. Какая цель конечная? Российская олимпиада взята. Что делаем дальше? Теперь я планирую применить свой диплом для поступления в один из престижных вузов нашей страны. И сейчас я выбираю между двумя из них. Угу. МГИМО и? Высшая школа экономики. Ну, я угадал с МГИМО, да? Да. Ну, да, потому МГИМО, что есть языки, то да. А, слушай, Эльмир, ты не мучай так ребенка, потому что ты же видишь, она с трудом подбирает слова. Прекрасно. Не потому, что она волнуется, она просто в голове с английского на русский переводит. Она уже давно думает не на нашем, не на русском языке. Ну, открой секрет, на каком думаешь-то все-таки? Ну, бывает, что и на русском. Бывает, да. Ну, я же угадал, что иногда ты начинаешь уже по-английски думать, правильно? Да. Потому что у меня было ощущение по глазам, я просто читал, она тебе начинает отвечать, было ли сложно. It was so difficult. Все, сейчас вот она перейдет. Патимат, мы тебя поздравляем. И спасибо. Желаем дальнейших успехов. Амиси Ильясовна представляет Центр развития талантов детей «Аль-Таир». Такие дети, начиная с 2017 года в республике, Патя у нас 14-я. У нас 14 призеров Всероссийской олимпиады школьников. Это олимпиада первого уровня, одна из самых престижных у нас в стране, которая дает очень много преимуществ при поступлении ребятам. Вот давайте напомним об этих преимуществах. Патя, да, сказала о том, что она воспользуется дипломом. Патимат у нас дважды призер Всероссийской олимпиады школьников прошлого года и этого года. И этот диплом дает возможность поступить в любой вуз без сдачи ЕГЭ, без каких-либо дополнительных экзаменов. То есть для нее открыты все пути и дороги по данному направлению. Она в прошлом году, у нее была более четкая позиция, она говорила о МГИМО. В этом году она начала немного сомневаться, выбирая между двумя престижными вузами. Ну да, дипломатия сегодня более тяжелая работа, лучше экономикой заниматься, согласен. Этот диплом дает такие преференции, им можно воспользоваться в течение 4 лет. То есть у нас очень часто дети пишут олимпиаду, 7-классники, 8-классники, начиная за 9, 10, 11 класс. Потому что на региональный этап приглашаются, как правило, старшие классы. Патя у нас начала с 8 класса. Первый опыт у нее был там. Вот. И последние 2 года у нее уже были результативными, конечно. А расскажите о центре. То есть, я так понимаю, детки из разных образовательных учреждений могут прийти в «Аль-Таир» и...
Аль-Таир – это центр дополнительного образования, в котором, по сути, интегрировано и общее образование, и дополнительное образование, потому что мы работаем в трех направлениях – это наука, искусство и спорт. И вот в этом направлении мы работаем по трем видам программ. Это регулярные программы на постоянной основе, и дети к нам приходят в течение недели в удобное для них время, в зависимости от того, как они обучаются в школе, либо в первую, либо во вторую смену. Это профильные смены, которые собирают детей более подготовленных, потому что там есть определенный ценз, по которому мы приглашаем к себе детей, то есть имеющие определенные достижения. Почему? Потому что программы профильных смен, они более сложные. То есть мы обычно называем базовый уровень, продвинутый уровень. И есть третье направление – это дистанционные программы, которые доступны любому обучающемуся нашей республике. У нас на сегодняшний день 17 таких программ, где дети могут, сидя у себя дома, получить знания вот по 17 ключевым базовым предметам. Я правильно понимаю? То есть нет какого-то разделения на гуманитарное какое-то преимущественное направление или техническое? Это общее? Нет. Наука у нас представлена всеми. Естественно, научная, техническая, гуманитарная, все. Сколько в среднем часов ежедневно ученики Аль-Таира проводят за, скажем так, дополнительным обучением? Не, непосредственно за занятиями. За занятиями программа предусмотрена вот в общем объеме 72 часа на полгода, либо 144 часа на целый год. То есть это в неделю два занятия, как минимум, когда они могут посещать центр на регулярной основе. Если речь идет о профильных сменах, они собирают детей на определенный период времени. Это, как правило, две недели, когда дети, по сути, со всей республики собираются и обучаются. Ну, как правило, у нас в смене не менее 200 детей бывает. Для иногородних мы предоставляем общежитие. То есть, ну, программа предусматривает и обучение, и досуг. В общем, в среднем это 2 часа в день, да? 2 часа в день. Я просто почему так уточняю, Эльмир? Ну, понятно, что мы можем и гордиться, и хвалить ребятишек за их достижения, но не надо забывать о том, что это конкретно их сейчас история. Это не наши с тобой как бы вопросы, да, и других взрослых. Это их жизнь сейчас проходит. Они хотят развлекаться, отдыхать там, да, общаться с друзьями. Ну, быть в социуме. Им, короче, вот это интересно, уже скажу прямо. Поэтому я почему так акцентирую внимание на количество часов, как бы это же правильно, это же дополнительное образование. Да. Помимо того, что они там в среднем 5 часов отсидят в школе, плюс еще эти 2 часа. То есть насколько вообще для детей это не выходит, извините, на какой-то побочкой, да, в планах проблемы социализации или еще что-то, да? Уделяется ли этому аспекту какое-то внимание? Я думаю, здесь логичнее, наверное, все-таки с Амисой Тагировной. Окей. Да, этот вопрос, Амисой Тагировной, что вы можете об этом сказать? Ну, я бы, во-первых, хотела поздравить всех наших детей еще раз с победой, потому что они так высоко на таком уровне представили республику на федеральном уровне. Спасибо вам большое еще раз, детки. И, конечно, говоря о выявлении талантов, нельзя говорить, что это не системная работа. Если не будет системной работы, то не будет результатов. Это нам показывают предыдущие годы. Вот не зря в 2017 году был создан Республиканский центр выявления талантов. И уже сегодня мы будем результаты получать от этого центра. То есть сразу не будет никакого результата. Это вот системная работа на протяжении 5-6 лет. Поэтапно. И мы сегодня уже видим, что у нас есть результаты, и что работа центра показывает результаты. Видя важность этого процесса, необходимо отметить, что вот в прошлом году по инициативе главы Республики Дагестан был создан, получается, центр Аль-Таир. Да. Вот, то есть у нас уже 2 центра, которые занимаются развитием талантов детей и поддержкой талантливой молодежи. Но и при этом необходимо отметить, что необходимо и создавать условия и в школах, чтобы уже в школе выявляли этих детей. Мы находили наших, получается, этих звездочек в этой школе. Вот. И самое главное, наверное, это развитие доп. Образования в школе, развитие кружков, чтобы уже видя там талант, есть у ребенка склонность к какому именно направлению, чтобы уже ребенок знал, куда ему лучше идти, в каком развиваться направлении. Вот это самое главное. И даже вот когда Всероссийская олимпиада школьников, там тоже имеет важность школьный этап, то есть какой охват детей будет по школе. То есть все ли дети будут охвачены этим олимпиадным движением. И тем больше будет охвата детей, тем больше выхлопа будет уже и дальше. Поэтому это самое важное, чтобы школа активно интегрировалась и вливалась в олимпиадное движение в республике.
Мы в самом начале с Магомедом подчеркнули, что в последние годы, да, мы видим все больше, что детишки раскрываются. Это как раз благодаря созданным условиям, вот этим вот центрам. Как еще это назвать? Вот почему это происходит? Почему такой бум? Или меня так скромно подводит к тому, что вы уже признали это своей заслугой? Или нет? Это благодаря получить нацпроектам, которые у нас реализуются в республике. Вот нацпроект образования, в рамках которого у нас есть цифровая образовательная среда. То есть, когда мы школу оснащаем современной техникой. Угу. Это точки роста, когда мы в малых городах и в сельской местности создаем специальные точки роста, которые оборудованы современной технологией. Лабораторным оборудованием по химии, по физике, по ОБЖ, где дети могут уже более заниматься на высокотехнологическом оборудовании, робототехнике получается. То есть благодаря реализации этих проектов, вот эффективной реализации, у нас есть возможность выявлять таких детей и обучать их, чтобы они достигали высоких результатов на федеральном уровне. У нас в студии Зумрия Дадашевна, заместитель директора лицея номер 3. Вы сопровождали дагестанскую команду «Шаг в будущее». Расскажите про этот конкурс, чем он хорош? Знаете, и сколько у нас ребят уже училось? На протяжении более 20 лет я возглавляю команду Республики Дагестан на этот очень престижный форум молодых исследователей «Шаг в будущее». Если раньше он носил статус всероссийский форум молодых исследователей «Шаг в будущее», то в настоящее время он уже получил статус международного форума, в котором уже принимают участие не только наши детки со всех регионов нашей России, но и уже из зарубежных стран. Вы знаете, я хочу сделать акцент на том, что прежде чем попасть на заключительный этап международного форума «Шаг в будущее», там у нас предшествуют такие этапы, как школьный этап, региональный, это муниципальный этап и региональный этап. Так. После регионального этапа идет очень тщетный отбор этих работ на заочный отбор на международный форум, на заключительный этап. Только после того, как у нас мы уже узнаем результаты заочного отборочного этапа, мы уже начинаем детей готовить к заключительному этапу. Дело в том, что прежде, после регионального этапа у нас идет очень кропотливая работа в плане того, что мы снова проверяем эти работы, мы вносим корректировки, мы вносим какие-то исправления, чтобы наши работы на отборочном этапе, заключительного этапа, они показали, были на самом высоком уровне. Что мы доказали в этом году? В этом году мы получили очень, я же говорю, мы собрали урожай большой наград. Это были и малые научные медали, это были у нас и лучшие работы в определенных направлениях. Это общая физика, это биомедицина, это информационные технологии, но очень-очень много. Дети хорошо проявили себя не только на инженерно-техническом направлении, но и в гуманитарных направлениях, а также в естественно-научном. Ну давайте как олимпийский зачет сделаем, да? Сколько там мы золота привезли, серебра? Ой, так, золото мы привезли 6. Это общекомандная республика? Это общекомандная, да. Дальше, серебро привезли мы. И плюс там еще 6 плюс 4 медали. А можно тогда уже 10? Нет. Нет? Это отдельный статус идет. Да. Это вручается 4 медали. Хорошо. Да. Угу. Серебро. Так, дальше. И 6. Так, 6 вторых мест, так называемых, да? Нет, вторых мест тоже 6. Первых 6, вторых 6. Ага, бронза. И третьих тоже 6. Что, сговорились? Да, представляешь? Великолепно. Да. Просто великолепно. Аплодисменты, мне кажется. Самим себе. Шестерки, да? Прекрасно. Это все «Шаг в будущее». Нет, и еще наши дети были награждены нагрудными знаками, которые... А просто так как не выдаются, даются свидетельства. Это кто-то у нас получил юный изобретатель, и два человека получили юный изобретатель, и три человека у нас получили юный исследователь. Их работы уже приравниваются к научным работам. Да, я слушайте, накрупный, да. Я читал, есть там, этот есть юный изобретатель у нас, да, сегодня. Есть вроде рекомендация для публикации и так далее. Да, да. И еще 10 получили рекомендации для публикации наших. То есть там есть сборник, который в ГИР входит. И вот сейчас мы будем готовить эти работы, чтобы напечатать в сборниках и внести в ГИР. Это одно. И сейчас, уважаемые ведущие,
предыдущие, мы получили форму, куда мы будем заносить. Это всероссийская форма, это международная форма, куда мы будем заносить наших детей в статусе победителей. Такой реестр, да? Да, такой реестр, да. А кто из названных, перечисленных вами ребят сегодня в студии? Ну, они все здесь, получается, здесь очень хорошо. Кто эти юные изобретатели? Так, ну давайте мы возьмем вот эти два мальчика сидят, которые Рашидов Тимерлан и Абдуллаев Гасан. Что я хочу сказать? Мы защищали свои проекты в Бауманке. Так. Вообще инициатором вот этого всероссийского международного конкурса «Шаг в будущее» является Бауманский технический университет. Да. И вот они защищали свою по информационным технологиям в Бауманке. И им уже, честно говоря, они получили предложение, чтобы они поступили. Я разговаривала сама с председателем и членами жюри, и они очень довольны работой, и они приглашают уже наших детей вот в этот престижный вуз. Ну что, Тамерлан, будем поступать? Такой островок Кремниевой долины, да, здесь? Так. Будем поступать? Да, будем поступать. Куда? Будем поступать в Бауманку, да. Так как мне очень понравился сам настрой. Мне захотелось поступить, так как членам жюри понравился наш проект. Отлично. Они отметили его как наилучший, но при этом нас наградили нагрудными знаками. Нас наградили нагрудными знаками, так как мы использовали новый метод. Новую технологию WebXR. Мы удивили технологией WebXR. Данная технология совмещает дополненную и виртуальную реальность в браузере. Как вы могли слышать, дополненная реальность — это такая технология, которая позволяет с помощью камеры смартфона оживлять какие-то 3D-модели в реальном мире. То есть вы наводите камеру смартфона на какую-либо поверхность, например, вот наводите на пол, и появляется объект. Например, мы можем визуализировать историю, как происходила осада крепости Осовец, как работает химия, какие элементы надо смешивать, какие методы... Как надо предостерегаться, что нужно делать, чтобы не отравиться от хлора, например, когда мы совмещаем какие-либо элементы. И физика. Красавец, да. На самом деле. Как ты сказал, IQ на квадратный метр? Да. И Кремниевая долина, и все вместе взято. Дополненная реальность, я правильно понимаю? Есть какое-то старое здание, на него навожу, и вместо руин я вижу то, каким оно было несколько столетий назад, предположим. Навожу телефон. Примерно вы сейчас... Как сказать, вы сейчас привели пример распознавания, классификатор, который используется в нейронных сетях. Ее тоже можно интегрировать в наш проект. Это уже рассматривается в дальнейшем. Хочется добавить новую технологию, которая будет распознавать объекты. То есть, например, по предмету биология мы будем использовать нейронную сеть, которая будет распознавать именно те объекты, к уроку, к которому они относятся. Например, мы наводим камеру нашего смартфона на цветок определенный, и уже сайт, он определяет автоматически, какая тема, что и как. И уже подробную информацию оно выдает. Подробную информацию о цветке? Да, подробную информацию о цветке. Как-то это получается сейчас синтезировать со столь модным искусственным интеллектом, да? Вот с этим чатом взаимодействовать получается? Или это пока не... С чатом? Ну, или как это? Где они сейчас чат GPT? Да. Забивают какое-то задание, получают визуализацию или там готовые текстовые продукты? На самом деле этот продукт, он использует, для взаимодействия используется специальный IP-ключ. Можно взаимодействовать с ним при помощи IP-ключа. То есть мы задаем запрос на сервер самого чат-GPT, и уже на выход мы получаем уже готовый ответ от нашей нейронной сети. Мы можем задавать вопросы и уже получить ответ, и отображать именно на нашем сайте. И 90% просто зрителей не поняли, о чем ты сейчас говоришь. Знаешь как? Друзья, Шейхова мне очень часто говорит, что у меня какие-то невероятные актерские способности, я умею делать вид, что я все понимаю, как бы, да. И сейчас, мне кажется, мое актерское мастерство достигло уровня Оскара, потому что, братан, прости, вот моя рука. Вот. Барьяр. Если я что-то понял, то это большое достижение. Можно мы Барьяр послушаем? Барьяр, вы тоже в этом направлении или у вас что-то другое? Нет, у меня направление химия, химические технологии. Я также получила нагрудный знак «Юный исследователь» по теме разработка высокотемпературных фазопереходных теплоаккумулирующих материалов на основе взаимных солевых систем. Батюшки мои. А ты записываешь? Я это даже не выговорю.
Я должен отметить для всех присутствующих, и для зрителей в том числе, что я как бы нахожусь вот как бы между, да, двух династий. Ну, Зумрия Дадашина представляет лицей номер 3, а для меня это средняя школа номер 3, где учились и мой отец, и мои дяди, тети, мои все братья, даже там, я не знаю, уже племянники какие-то там учатся. Но так получилось, что лично я династию не смог продолжить, вернее, я ее продолжил, но уже получается гимназия 17, и представитель этой гимназии Курбанова Зулейха Шакировна тоже сопровождала наших детишек на этом, как бы, да, шаг в будущее, да. Зулейха Шакировна, скажите, пожалуйста, вот... вот помимо того, что заняли... там 6 золотых, 6 серебряных. Ну, чтобы вы понимали, это на самом деле просто дипломы первой степени. Я еще дополню, пожалуйста. Еще наша команда впервые за все время заняла второе место на всероссийском уровне тоже в рамках «Шаг в будущее». А второе место по информационным. Там был интеллектуальный конкурс «Технология, логика и мышление». И вот наша команда в составе вот мальчиков Рашидова Тамерлана, Абдуллаева Гасана и мальчик с Дербента Яхьяев Тамерлан, они заняли второе почетное место тоже. Кубок мы передали в Министерство образования. Почему? Потому что эта команда была представлена от Министерства образования. Прекрасно. Ну, круто. А я хотел уточнить. Да. Вы говорили до начала съемок, что очень много было именно по физике. Как бы, да, скажем так, результатов. А ваша родная гимназия, кого представила? Наша там, родная победить? Гимназия да. представила Майю Рагимханову, которая получила первое место по физике. Мало того, тоже она физика. Представляла да, выставку. Она была представлена со своей работой на выставке, вот, где она тоже получила возможность представлять свою работу уже на международном уровне. Вот, ну и, конечно, большая радость за нее. Первое место по физике – это Зулейха, я, уровень. Да, я, сейчас, секунду. Я понимаю, это некорректный вопрос, да. Но все-таки я его должен задать. Это прям так круто у нас преподает 17-й гимназии физику или просто сама девочка такая талантливая? Мне интересно, сейчас мне ожидать и от своих дочерей тоже каких-то феноменальных результатов по физике? Или это все-таки уникальный талант? Я думаю, талант? Что это второе. Это второе, ага. это... большая трудоспособность девочки, это усердие девочки. Какие-то изначальные потенциалы. Это все работает в тандеме. Это невозможно вырвать из контекста. Одно исходит из другого. Это родители, это учитель. Это великолепный учитель Динеева Валида Латифовна. Я считаю, что нашим детишкам очень повезло, что с ними рядом такой педагог, наставник, я бы сказала. По физике. Новатор, да. Вот. Ну и, конечно же, Зумрия Дадашевна, она ни одну работу не оставила в стороне. Она все работы прослушала, внесла свои коррективы, как она сказала. И, естественно, это дало свой результат. Вот тут я не могу не вспомнить слова, которые были сказаны, да, представителями Альтаир, что вот это важный момент тут. Выявить, найти и нужным образом как бы предоставить возможности для развития того самого таланта. Ну, на мой взгляд, это, кажется, ну, 50% успеха в будущем у всех этих как бы, да, мероприятий. Да, а можно я вот как раз спрошу Кабил Камиловича, заместитель директора по учебной работе Республиканского физико-математического лицея нашего Центра одаренных детей. Я знаю, что вы готовите, да, в том числе ребят, которые вот уехали на эти, скажем так, соревнования интеллектуальные. А как вы это делаете? Как вы их выявляете? Как эта работа вообще происходит? Пробежка с утра, 50 отжиманий. Нет, мы сколько лет уже занимаемся ранним выявлением одаренных детей, что очень часто, почти уже 20 лет подряд мы проводим республиканскую математическую олимпиаду. Он сейчас называется «Фибоначчи» для 4-х классов. Кстати, он 6 мая мы планируем, я пользуясь случаем хочу объявить. Это мы... из республики выявляем самые одаренных, способных детей в области математики. И, естественно, победителей призеров приглашаем для учебы в нашем лицее. Так. Вот, а про, собственно говоря... дети, которые да. непосредственно вот, являясь призерами, победителями республиканских да. олимпиад, естественно, мы с ними и в школе, и в центр Альтаир, они в тандеме, мы с ними работаем, и наши педагоги, и свободное время, что большим плюсом получается, они собирают со всей республики, не только призеров этого года, и вся база у них есть, и по результатам каждой смены они проводят свои олимпиады.
где для ребят это большим плюсом. То есть до настоящего вот соревнования они еще проводят свои внутренние какие-то олимпиады, что дает детям развиваться в этом направлении. А много ребят из СОТ отличилось на шаг в будущем? В этом году у нас очень много призеров, 30 призеров и победителей, 11 победителей. Вот. Это призеров где, на каких? Это дети... Это на всероссийских олимпиадах тоже, да? Да, регионального этапа, олимпиады. Да. Из них двое вошли, перешли в заключительный этап. Вот Гаджиев Низам, он недавно участвовал по информатике в городе Тюмень. И одна девочка, Итоева Амина, она вот по литературе будет наша республика представлять. В городе, не помню в каком. Но... Ну, Низам еще, у меня здесь отмечено, победитель 7-й Кавказской математической олимпиады. Неоднократный призер, начиная с 7 класса, Низам очень... Так, по Низам. Математике. Да, пусть... расскажи, это вот прям на изи дается все, да, вся эта математическая история? Ну, мне нравится заниматься просто математикой, я кайфую, когда решаю задачи, когда... У меня аж кровь из ушей. Я гуманитарик, вот от, как это, с самого рождения. Как можно кайфовать от этого? Вот эти X и Y, между ними равно, что вот подводишь, как бы убираешь лишние цифры. Вот об этом, да? Ну, можно сказать. Математика же, вот это, я правильно сейчас назвал, да? Да. Так, Низам, какая у нас цель? У нас, ну, я хочу, например, стать... Ты хочешь заниматься наукой? Да, хочу заниматься наукой. Я готовлю сейчас к серьезным олимпиадам, например, как Всероссийская олимпиада школьников, заключительный этап по математике, по информатике. Хочу стать призером и попадать в престижные вузы России. Ну, уже несколько подметил. Это как Московский физико-технический университет или Высшая школа экономики. Ну, слушайте, здорово. Так, у нас еще полуфиналист «Большой перемены». Здесь Арсений Костюк. Привет. Здравствуйте. Так, ну расскажи, что за такая «Большая перемена» и что ты там делал? Чем удивил, что прям победил? Ну, не победил. Стал финалистом. Мне не хватило 7 баллов. Да, до победы. Это много или мало? Это довольно-таки мало, потому что всего в сумме 1000 можно было набрать. Вот это прям очень. Да, а для победы нужно было 550 где-то так. Но это все равно довольно-таки много. Но что от тебя требовалось? «Большая перемена» — это конкурс для тех, кто может быстро реагировать на проблемы, которые перед ними поставлены. Во-первых, это определенная тренировка в проектной деятельности, основа заданий именно на ней. Это различные проблемы современности, современной России. Это и образование, и экология, и медицина. Угу. Вот в моем сезоне, это был второй сезон, на командной гонке, это второй этап, как раз были экологические проблемы. Их нужно было решить, предложить свое определенное это решение. Это важно и актуально. Какие есть у нас в Махачкале экологические проблемы? Ой, в Махачкале, ну, вообще в Республике Дагестан довольно-таки много проблем экологических, к сожалению. Одна из которых... Экология у экрана. Тормози, брат. Да-да-да, пожалуй, именно так. Задыхается уже экология, особенно задыхается, как мне кажется, Каспийское море, в которое очень много выделяется различных отходов. Сточные воды? Сточные воды. Канализация и так далее, вот это все? Этого очень-очень много. Дальше идет активное, тут неудачный, конечно, эпитет, но активное разрушение естественной среды обитания, вырубка лесов, повреждение исходного рельефа наших великих гор. Это, конечно, ужасно. Опять же, опустынивание земель на севере Дагестана, да? Да-да-да. Те же песчаные бури, которые докатываются аж оттуда до Махачкалы, да? Конечно. А что делать? Выселить всех дагестанцев отсюда? Дать природе пожить наедине, да? Вообще, и когда я вот с этой экологической проблемой работал, я принял такой метод исходить от маленького, от маленьких шагов, то есть на уровне буквально выбросить бумажку. Один выбросил, второй выбросил, и уже получилась мусорка. И как раз мой проект, я его в точности уже не помню, но базировался на экологическом воспитании школьников.
Ну, ну, вообще в России. Понятно, но глобально все-таки проблему, допустим, того же Каспийского моря, воспитание школьников, ну, к сожалению, не решит. Ну, очистные сооружения. Да, но школьников... Можно поспорить, потому что нынешние дети завтрашние взрослые. Это тоже, да, вот, Эльмир, ты, ох, как ты сейчас ошиблась. Да, он так издалека зашел. Парень правильно все говорит. Смотри, друг, давай так, с малых шагов. Если экологическое воспитание, бумажечки и так далее, наверное, можно на уровне школ хотя бы ввести какую-то, но если не обязательно, то факультативную дисциплину именно культуры раздельного мусора, правильно? Конечно. Можно? Конечно. Чтобы как в Швейцарии, там, использованную пачку чая расчехлить там отдельно на отходы, на упаковку, на ниточку, на скрепочку, на бумажечку, которая была какие-то... Да, Миссия Тагировна. Какой кошмар нас ожидает, да, в будущем? Магомед, вот у тебя был ужас в глазах, когда мы говорили с Низамом. О математике, да. Я просто ужасно ее не люблю, извини. Рядом с ним сидит... Еще один такой же. Да, Мурат, который призер по трем олимпиадам. То есть там и математика, и физика, и... Победитель по астрономии. Ну это круто, не, ну это я люблю, да. Так, хорошо. Так, Мурат, расскажите, что за у вас там история? Ну, я стал в 8 и 9 классе победителем регионального этапа по астрономии. Угу. Ну, это кропотливый труд. Ну, подозреваем, заниматься, конечно. Ну, заниматься каждый день, чтобы стать, ну, призером. И цель, ну, цель это стать призером, хотя бы призером Всероссийской олимпиады школьников заключительной. Скажи, откуда вот это вот желание именно астрономией заниматься? Что, может, там... Ну, мне всегда было интересно, что происходит за пределами Земли и на самой Земле. Все-таки астрономия это не только наука. На Земле все понятно, надо как бы... Да, ну, интересно было вообще тема космоса и движение небесных тел. А куда бы хотел поступить? Ну, в МГТУ или МФТИ. Угу, по профилю так. Да, спасибо. Спасибо. Магомед, я хочу познакомить наших телезрителей еще с одной прекрасной девушкой, Самира Баматова, лауреат первой степени «Родное слово». Расскажи, Самир, что это было? Что за такой конкурс? Здравствуйте. Это был конкурс от Московского государственного педагогического университета. Угу. Конкурс был посвящен творчеству Ушинского. Так. И целью конкурса было с выражением. То есть это что-то вроде живой классики. Так, что ты прочитала? Нужно было прочитать отрывок из какого-либо художественного произведения для детей или какое-нибудь детское стихотворение. Так. Я в качестве произведения, ну, в качестве отрывка из произведения выбрала книгу Марка Твена «Приключения Тома Сойера». И моей задачей было как можно эмоциональнее и, ну, как будто для детей в театре прочитать данный отрывок. И, ну, было очень неожиданно то, что я стала лауреатом первой степени. Почему неожиданно? Потому что я вообще не думала, что такое может произойти. Как бы я участвовала в подобных конкурсах в 8-9 классе, так. Но он назывался «Живая классика», да. Там я мест не занимала. И тут я решила, между прочим, в 9 классе я читала этот же отрывок «Приключения Тома Сойера». Тут я решила попробовать еще раз и... Получилось. Сможешь? Да, конечно. Давай. Том впал в тоску. Ведь было же субботнее утро, время свободы для любого мальчишки. Кроме того, Том опасался насмешек, проходящих мимо знакомых. Он пытался было свалить свою работу на негритенка Джима, но был увлечен в этом тетей. Тогда в голову ему пришла гениальная мысль. Он решил выдать наказание за привилегию. Том взял кисть и начал красить забор, изображая из себя человека, занятого важным и интересным делом. Когда к нему подошел мальчик, Бен Роджерс, и стал насмехаться, намекая, что, мол, Тому приходится работать, когда он идет купаться и играть. Том ответил, что белить забор гораздо интереснее, и не каждому мальчику доверят такое ответственное поручение. Ну, там отрывок был достаточно большой. Спасибо. Но все-таки.
Это победа. Забор докрасили в итоге? Да. Обращу внимание, что в итоге забор был покрыт известкой в целых 3 слоя. Если бы у него не кончилась известка, то он бы разорил всех мальчишек в городе. Вошла в роль и не выходит из нее. Просто великолепно. Спасибо большое. Можно я еще добавлю? Да, конечно. Я, знаете, что хочу сказать? Дело в том, что в последнее время Владимир Путин, наш президент, делает ударение на инженерно-техническое направление. Мы в этом году в состав команды включили 5 детей, которые выступали в номинации «Физика». И все они себя оправдали. Что я хочу сказать? Чем вообще прославился сейчас международный форум? То, что он вошел приказ Минпроса о льготном поступлении в высшие учебные заведения. Это, во-первых, при поступлении в высшие учебные заведения, независимо в какие учебные заведения, они дают дополнительные баллы к тем баллам, которые, значит, дети будут получать при сдаче ЕГЭ. И вообще этот сам форум, он поддерживается президентским грантом. И в ходе реализации этого гранта вот получаем вот такие успехи. Смотрите, Даша, ну, у школы вы сами упомянули о поддержке в рамках грантов и так далее, и так далее. Да, есть определенное целевое финансирование. А мы уже с нашей коллегой Эльмирой говорили о том, что вот тренды так или иначе либо меняются, либо преобразовываются и от спорта, как говорится, к интеллектуальному какому-то достижению. Но, понимаете, в спорте практически на любом более-менее там, среднем или высоком уровне есть вместе с определенными наградами, почетом и званием материальное вознаграждение. А здесь я слышу только о том, что дети в будущем имеют возможность поступить без экзаменов, без каких-то испытательных там, конкурсов, какие-то очень престижные вузы. Это тоже отлично, окей, но есть ли какое-то материальное вознаграждение? Кто-нибудь, ребят, из вас получил что-то, ну, более-менее оседаемое в кошельке либо в кармане, помимо того, что вы получили там дипломы, порадовали себя, родителей, своих наставников? Так. Ага, отлично, ну, я так и думал. Ну, ну можно не уточнять, в принципе. Но... How much, а? Да? How much. Позапрошлом году за победу в Олимпиаде первого уровня по карьере Рубьева Гора я получила 100 тысяч рублей. Отлично. И в прошлом году... За победу в 3 олимпиадах первого уровня, высшая проба, Ломоносов и Покори Воробьева Гора, я получила... А, и также за призерство в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников я получила 400 тысяч рублей. Браво! Спасибо. Амисия Тагировна, а есть вообще какой-то у нас бюджет для таких детишек предусмотрен? У нас с 2021 года, декабря, был принят указ главы Республики Дагестан, согласно которому все дети, которые заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников на заключительном этапе, также в перечнях олимпиадах, вот Воробьева Гора, которая назвала «Большие вызовы» и другие олимпиады, вот, и также 100-бальники, которые получили по ЕГЭ 100 баллов, они все получают премию в размере 100 тысяч рублей. Ежегодно вот мы на эти деньги закладываем. Но я надеюсь, этот минимум только начало, потому что у нас каждый второй, третий там борец что-нибудь получит, и вот полгорода встречает в аэропорту, и ему дарят там и спорткары, и лошадок каких-то. Но давайте при всем уважении к атлетам, спортсменам, прямо скажем, это мое абсолютное убеждение. Вот пользы от 10 борцов, добившихся золота, будет в разы меньше, чем от одного юного интеллектуала, который может внести просто колоссальный вклад в развитие как общества, так и в принципе экономики и технического развития. Это имиджевые победы, Магомед. Это как это имиджи. Спортивные победы, они имидж, тоже имиджевые. В рот не положишь, карман нет самое, никак не оседает. Имидж, спасибо, очень, у нас уже туристы приезжают, нам уже очень, за имидж бороться не надо. Давайте красиво, уже мозгами зарабатывать. Очень красиво. Встречали вчера Патимат в аэропорту. Ты не видел? Я не видел. Все СМИ об этом трубят. Очень, очень это было здорово. Да, давай лучше я тебя с еще одной умницей познакомлю. Да, здрасте. Представься, пожалуйста. Меня зовут Билал. Я победитель регионального этапа Всероса по экономике. В прошлом году я был призером. Я занимался над собой и в этом году стал победителем. Также я был призером Всероссийской олимпиады по экономике, проводимой финансовым университетом. Тема работы какая была? Это не проектная работа, а именно олимпиада была. Просто олимпиада? Да.
Так, моя трибуна. Угу. Всех приветствую и очень рад, что на международном форуме «Шаг в будущее» я смог занять место и тем более, будучи 9-м классом, вообще пройти на московский этап. Это достаточно большая редкость. И уж тем более, Александр. Ага. А по какому предмету, Александр? По физике. Если быть точнее, то тема была связана с радиопеленгаторами. Достаточно новая тема в плане, что с ними мало кто работает. Прямо-таки мало кто работает с радиопеленгаторами? Да, потому что радиопеленгаторы применяются для поиска сигнала, при этом не выдавая свое местоположение. Но во многом сейчас эксплуатируемые нынешние, они имеют много минусов, поэтому требуют доработки некоторые. И моя тема как раз помогает доработать их, чтобы увеличить наработку на отказ, увеличить эффективность и также улавливать новые типы сигналов. Это те самые исследования двойного назначения, не только для гражданского потребления, да? Само собой, радиопеленгаторы применяются серьезно и в военной части. Серьезно у меня тут ребята сидят? Да. У нас тут вообще несерьезных нет. Но вот позади тебя, Эльмира, насколько я понимаю, замечательная пара, прям тандем какой-то. Эту пару я оставила. Творческий звездный. А, это на десерт? Это на десерт. Ну, собственно говоря, мы к нему, я чувствую, уже скоро подойдем. У меня была секция химии, химические технологии. Мой проект связан с разработкой нового вещества. Комплексного соединения. Да. Вы потом уедете в Швейцарию или куда-то в Европу на коллайдере работать? Не совсем. Это вещество довольно прямого характера. То есть назначение его можно использовать в промышленности, как в вулканизации, получение резины. Ну, в смысле, это комплексное соединение, которое только вот синтезировано. Так. И свойства дальнейшие химические, да. Физические будут разрабатываться. Зачем? Для использования в промышленности. А что, сейчас ничего не используется? Аналогов никаких нет? Аналоги есть, но это ведь новое вещество. Зачем новое создавать, когда есть хорошее старое? А вдруг оно будет дешевле, оно будет выгоднее для государства. Для кого? Ну, хорошо, производство будет выгоднее. Да, спасибо. Ага. Отлично, хорошо. Давай десерт. Все? Не томи. Да, у нас в гостях брат и сестра Забазновы. Все правильно, которые, собственно говоря, победили в номинации «Творческая постановка по мотивам произведений русской и советской классики в исполнении коллектива». Конкурс памяти Ланового. Ух ты. Да, это очень серьезно, это очень круто. И... Фильм «Офицеры» перед да, глазами сразу. Да, представляешь, ребята уже актеры в своем юном возрасте. Плюс у нас маленькая красавица, еще и модель. Здесь она на обложке итальянского журнала. Угу. Да, ну и, конечно же, море российских, да, Кэнди? Здравствуйте, меня зовут Забазнов Владислав. Угу. Я обучаюсь в 11-й гимназии города Каспийска в 4-м классе. Я недавно с моей сестрой Анастасией Забазновой заняли 2-е почетное место в конкурсе. Мы выиграли, так сказать, в мировом конкурсе, международном, среди 12 тысяч заявок из 15 стран мира. Мы заняли 2-е место. Также я снимаюсь в фильмах, снялся уже в 4. У нас был свой сериал, мы снимали. Я тоже там участвовал в главной роли. И также я модель, я актер. Занимаюсь с московской актрисой Анной Осташкиной. Дополнительно занимаюсь английским, лезгинкой. И занимаюсь также... в актерском училище. Также я обучаюсь в «Наследии Дагестана» и в «Celebrity Model Group». Там я и модель. Эльмир, знаешь, что я тебе могу сказать? Обычно в таких ситуациях остается добавить только мемчик. Да кто ты, воин? Да? Но если ты все это делаешь, успеваешь... Кто ты, воин? Я хочу спросить у его мамы, прекрасной Натальи. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как так случилось? Меня зовут Забазнова Наталья, являюсь мамой 2 прекрасных творческих детей, а также руководителем международного модельного арт-агентства Celebrity Model Group в городе Каспийске и руководитель Центра творческого развития детей «Наследие Дагестана». Так получилось, что мы развиваем детей в сфере моделинга, в сфере кино и в сфере чтецов. И мы регулярно отправляем детей на конкурсы чтецов и выигрываем очень много международных конкурсов. О каких 4 фильмах говорил ваш сын?
У нас дети снимаются в полнометражных фильмах как с режиссерами Москвы, так да. и с режиссерами Махачкалы. И у нас на данный период времени 8 фильмов, в которых снимаются наши дети нашего агентства. Да. Преимущественно, получается, федерального уровня, да? В будущем кинопрокаты и так далее? Да, да, да. Будут. Или это не кинопрокаты, они это будут... для телезаказа, да? Нет, они будут во всех кинотеатрах, получается, страны. Угу. Сейчас они в разработке, с этого года, в конце года должны выйти. Ну, мы называть, естественно, их не можем, правильно? Но последние, вот, не последние, так скажем, летом мы снимались с Федором Бондарчуком, который приезжал к нам в Дагестан и снимал фильм «Повелитель ветра». Как есть... с Федором работалось? С Федором... Не зазнался парень? Ну, все-таки мажор, СНОП, нет? Так, говори, как есть, он все равно не посмотрит. Ну. Все прекрасно прошло, и мы ожидаем их в этом году со следующим фильмом. Да, Наталья, а можно как-то нам, вот не сложно будет эту сценку, в которой детишки победили, восстановить, скажем? Оборванного Мишку утешала девчушка в изувеченной избе. Кусочек хлеба – это очень мало, но крошечка достанется тебе. Снаряды пролетали и взрывались, смешалась кровью черная земля. Была семья, был дом, теперь остались совсем одни на свете. Только ты и я, а за деревней рощица дымилась, поражена чудовищным огнем. И смерть вокруг летала злой птицы. Бедой нежданной приходила в дом. Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу. И мне дадут на фронте автомат. И отомщу за то, что слезы прячу. За то, что наши сосенки горят. Но в тишине свистели пули звонко, зловещий отблеск полыхнул в огне, и выбежала из дому девчонка. Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне! Молчание, ни голоса не слышно. Победу нынче празднует страна. А сколько их, девчонок и мальчишек, осиротила подлая война. Ух. Ребятки, вы молодцы. Спасибо, ребята. И Мишка тоже в ударе, да. Спасибо. Спасибо. Чудесно. Спасибо. Проходите. Спасибо, Саша. Миссия Тагировна, ну что-то нам еще, может быть, не хватает для... еще более полного раскрытия. Ну, вместо 100, да, 300 тысяч поиск. Рублей как минимум призового фонда на каждого победителя, это точно. Ну, Магомед считает, что это мотивирует. Обязательно. Я считаю, что мотивируют немножечко другие вещи. Видишь, материальная сторона немаловажная сторона, но для того, чтобы, как сказать, более эффективная работа шла, необходимо, чтобы были и педагоги, которые готовы готовить детей на такие всероссийского уровня конкурсы. Вот, поэтому у нас сейчас есть такая проблема, да, может быть, с кадровым связанным характером. Вот. Но мы тоже над этим будем работать, и, надеюсь, будут такие педагоги, которые не только детей мы должны учить, но мы должны учить педагогов, готовить таких детей к таким конкурсам. Вот. И касаемо материального, хотела сказать, что этим указом предусмотрено, что и те педагоги, которые подготовили детей, да, к этому конкурсу, им тоже такая же премия, ну, выплачивается. Ну, как и в спорте, тренер тоже, да, зарабатывает. Да, 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 конечно. Поэтому это только начало, я думаю, дальше будет больше, как говорится. Поэтому я только на этой разе надеюсь. Кавил Камилович, а сколько, есть такая, может быть, статистика, сколько детишек, олимпиадников, да, допустим, продолжают находиться в науке дальше? У нас в школьном этапе почти 90% учащихся задействовано в Всероссийской олимпиаде школьников. Угу. И на муниципальном этапе где-то это 50-60% детей, так как мы, как подведомственная организация, отдельно проводим муниципальные. И, естественно, угу, мы продолжаем работу с теми участниками, которые готовятся к региональному этапу. Угу. И еще что в этом году отличается, вот недавно от «Сириуса» онлайн-курсы для детей, которые отличились и заняли какие-то призовые места, они будут продолжать готовиться сейчас и в онлайн-формате, и на базе «Альтаир». И сейчас непосредственно тоже, по-моему, какая-то олимпиада проводится для таких детишек. Это дает прекрасные возможности
То есть закончился какой-то этап, дети не расслабляются, они готовятся к следующему этапу. Это продолжается. Но, естественно, для детей это большая нагрузка. Вот это один из главных проблем. Параллельно эти дети продолжают учиться, они участвуют в этих конкурсах. Да, действительно, это большая нагрузка. И дети очень часто бывают на сменах и так далее. Мы с такими детьми планируем в следующем году перейти на какие-то индивидуальные учебные планы, потому что детей надо разгрузить, так как эти дети заняты как более серьезной подготовкой к Олимпиадам. То есть как бы мы потом не столкнулись с элементарным эмоциональным выгоранием, да? Потому что просто это невозможно такое. Это практически невозможно. Я сам, когда был учеником, участвовал в разных Олимпиадах, и по всем предметам делать домашнее задание, параллельно готовиться. Я знаю, например, режим Гаджиева Низама, он у нас проживает вот в общежитии, и я его режим очень прекрасно понимаю, как он готовится и как у него день проходит. Очень тяжело. Поэтому в этом плане тоже надо ребят поддержать. И педагоги должны поддержать. И огромная работа, которую, как Эмсей Тагиров подчеркнул, сейчас педагогам. Вот педагоги тоже сейчас и дистанционно, и проходят повышение квалификации именно в области работы с одаренными детьми. Это для наших... Не все педагоги могут работать конечно, с одаренными детьми. Да. Поэтому с ними тоже та работа, которая проводится сейчас, это тоже, получается, вот, дает свои плоды и результаты. Амисия Ильясовна, что нужно, чтобы попасть в ваш центр, допустим, родителю? Там, ребенок сам пришел такой, вот я хочу у вас там нужно дополнительно образовываться. Нужно просто желание. Я хочу сказать, что нет ни одного ребенка, который к нам пришел, которого мы бы отправили домой. Мы находим для каждого ребенка педагога. Я уже говорила сегодня, и дети, которые лучше подготовлены, мы формируем группы продвинутого уровня. Потому что детям с более высоким уровнем знаний и те, у кого только начальный, базовый, невозможно вместе заниматься, и педагогу это сложно. Поэтому мы формируем группы базового уровня, продвинутого уровня. Ребенку нужно только желание. И, кстати, у нас дети пробуют себя в самых различных направлениях. Вот у нас Костюк Арсений, он практически это наш ребенок, который пробовал себя, по-моему, во всех предметах. И на сегодняшний день это вот прекрасный юноша, который пишет стихи, читает на языках, который поет, который танцует. Он и математик, и физик. Он Минприрода Республики уже оценил его творчество. Да, да. Поэтому дети у нас практически вот, ходят сразу на несколько кружков. И вот вы спрашивали, да, сколько часов в день. Да, да, да. Да, по-разному. Ну окей, будем надеяться, что за эмоциональный интеллект в данном случае детей переживать нет смысла. Все-таки я дополню вопрос своей коллеги. Каким образом родители могут своего ребенка как-то к вам привести и так далее? Вы сказали, вы всех принимаете, что никаких испытательных там конкурсов есть. И там... Есть. На регулярные программы мы принимаем всех. Так. В профильные смены есть критерии отбора, где нужны какую-то работу должен достижения. Заполнить. Достижения, да. У нас это все, вся информация выставлена на сайте. Для чего нужен этот отбор? Опять же, для того, чтобы определить, в какую группу его зачислить. Вот Гаджиев Низам у нас занимается в группе, которую ведет известный математик, приехавший к нам из Кирова, который с нами уже работает порядка 4 лет. Их там всего было 13 детей. И очень многие ребята хотели попасть в эту группу. Но, как говорил наш математик Александр Николаевич, мне жалко, если они ко мне попадут. Почему? Потому что там очень жесткие требования. То, что говорил Кабил Камилович, это реально дети, это дети, которые, у которых нет выходных, у которых нет праздников, у которых нет каникул. Они занимаются в очень таком жестком режиме. Эти ребята занимаются 8 часов в неделю, не 2 часа. Ну, я правда, 8 я часов хочу поаплодировать, это очень крутые ребята. У нас очень много различных направлений, я уже сказала, это и наука, и искусство, и спорт, наука, все направления.
В искусстве мы сделали акцент, я вот увидела сегодня прекрасных ребят, думаю, почему мы о них не знали. У нас актерское мастерство, у нас медиа направление, у нас живопись, у нас вот анимация, то есть очень много вот этих медийных направлений, изобразительное искусство. Вот я вот, мы обязательно после эфира пообщаемся с мамой, с этими детьми. В спорте мы сделали акцент на тех видах спорта, которые, ну, не столь сильно развиты в республике. Это, то есть не имеют таких высоких, да, достижений, как там вольная борьба или еще там самбо. Это баскетбол, это волейбол, это легкая атлетика, это гимнастика. Это шахматы, наверное. Да, шахматы, да. Мы очень часто, вот говоря о педагогах, мы приглашаем к себе педагогов извне. Это из центра педагогического мастерства, из различных образовательных центров, из Сириуса, который находится в Сочи. Кстати, по его подобию создан наш центр, и те же самые направления мы курируем, как и в образовательном центре Сириус. И точно так же наши педагоги проходят стажировку в этом центре. Вот на сегодняшний день порядка 5 вот новых направлений, где наши биологи, химики, физики могут пройти стажировку. Туда тоже очень сложно попасть. Там есть целый критерий требований, по которому наши педагоги могут поехать. Вот на сегодняшний день у нас 5 наших педагогов прошли отбор на математические программы в Сириус. Это очень сложно. Очень сложно. Там собираются педагоги со всей страны. 50 педагогов со всей страны, и среди них 4 наших математика. Химик только недавно приехал. Зумия Дудашина, если мы говорим все-таки о третьей школе, как бы, да, ну, ваша непосредственная родная гавань, вы, наверное, там являетесь как главным вдохновителем для детей, для всех окружающих, что они вас видят, как бы, да, как бы знаменосца от республиканской команды на том же «Шаг будущего» и так далее. Это их подталкивает к тому, что они тоже максимально вовлекались в этот процесс? Вы знаете, что я хочу сказать? Если здесь в основном представители ЦОДа, одной образовательной организации, то здесь представлены образовательные организации махачкалинских школ. Это 13-я школа, 38-я, 8-я, 56-я, 3-я школа. Мы с ними, наша школа является базовой площадкой от Министерства образования по подготовке учащихся к международному, заключительному международному этапу «Шаг будущего». Да. У нас созданы все условия, мы дети приезжают туда, мы детей там готовим. Мы, я же говорю, вся вот, после того, как мы определены работы на заключительный этап, идет бурная подготовка уже в стенах нашего лицея. Приезжаем туда, они проводят апробацию своих работ снова, я же говорю, еще повторяюсь, дополнение и так далее. Но немножко сложновато, конечно. Но все-таки я считаю, что если мы промониторили, вот начиная вот на протяжении, вот сколько я уже занимаюсь непосредственно вот этой научно-практической конференции, научно-исследовательской конференции, то я хочу сказать, что с каждым годом уровень наших наград, наших достижений, он с каждым годом все увеличивается. Я, знаете, что хочу сказать? Вы, когда, Магомед, вы учились в нашей школе, вот если бы были созданы такие условия, то и ваш брат, и вы бы достигли более высоких вершин. Я вам честно говорю. Зумия Дудашина, я так и слышу эту фразу. Еще я, знаете, что я... Если бы были те же условия, мы бы вас сейчас здесь не видели. Нет, Магомед, я честное слово говорю. И еще я, знаете, что хочу сказать? Я хочу поблагодарить наших детей, которые прошлые годы принимали участие в этой конференции «Шаг будущего». Нам сейчас, они учатся у нас в престижных вузах, ведущих вузах России за пределами Республики Дагестан, но они нам оказывают действенную помощь. Вот в любой момент мы обращаемся к ним, вот а что вот это, сейчас какие-то новые веяния, новые новшества какие-то, там технологии какие-то, все. Мы обращаемся к ним, они нам оказывают помощь.
Вдобавок к сказанному, эти дети к нам возвращаются в качестве педагогов и занимаются с нашими ребятами уже в центре. Вот это выпуск... Либо как члены попечительского совета помогают материально, да? Нет, это дети, это они еще являясь студентами старших курсов, приезжают и работают. Бывшие призеры, олимпиадники. У нас вот летом была прекрасная профильная смена, физмат-инженерные каникулы, где и педагоги, и обучающиеся, ну, не очень сильно в возрасте друг от друга отличались. И она была очень крутой, эта смена, и она очень много положительных отзывов получила. Вы знаете, я еще хочу дополнить то, что был такой учащийся в ЦОДе Карагишеев Абдул-Кадыр. Такой умничка, он с нами участвовал в этой конференции «Шаг в будущее». И вот когда нам понадобилась его помощь, он сейчас учится в Бауманке, информационная безопасность, то когда понадобилась его помощь, он откликнулся, помог нам вот какие-то самые внести коррективы в наши работы. Отлично. Какая Спасибо. Преданность и лояльность. Магомед, характер, выносливость, ну и, конечно же, талант. Именно эти черты я сегодня увидела в лицах этих прекрасных ребят. И 50 анжумани, хотел я сказать. На самом деле, друзья, я несколько раз попытался повернуть тему в сторону сохранения или развития того же самого эмоционального интеллекта, социализации. Но в итоге атмосфера, созданная преимущественно ребятишками в этой студии, она меня победила. То есть я вдруг увидел не какие-то, знаете, замученные наукой и уроками лица. И, ну, они немного волнуются, конечно. Такое внимание к ним, как к суперзвездам, особенно вот этот кусочек Голливуда у нас тут рядом. А я увидел вполне... Ты слышал их речь. Ну, не-не, они просто суперские, да. Да, я хотел сказать, что это абсолютно живые, нормальные, как бы, что там дети... Это уже, в принципе, взрослый, как нам сказал один из... Вот юноша сидел, замечание вот такое дельное тебе сделал, кстати, Эльмира. Вот, мы будущее Дагестана, поэтому нам решать, как будет эта республика, в том числе, жить завтра. С каких пор мы начнем этими вопросами заниматься? Да-да-да, партия дай порулить. Поэтому в этом смысле, конечно, я был искренне и приятно удивлен. Да, мы говорили о достижениях школьников Дагестана на различных... конференциях, олимпиадах и всероссийских площадках. Да, и прочих площадках, где они могут показать уровень своего интеллекта, знания в той или иной дисциплине. Одним словом, просто за них приятно. Друзья. Да, мы с вами прощаемся. Оставайтесь с нами, Радио КП Дагестан. До скорых встреч.